Ну вот второй ролик. То, что я здесь вот перегной набрал возле, недалеко от Батюшкиного дома, вон там вот. Там вот в садке тетя Валя Устинова работает. Видимо, по цветочке готовит почву. Берет тут перегною. Вон матушка пошла домой. Тоже тут участок разработал у себя. Пахал ей тракторист. Вот я перегной натаскал на тележке. А сейчас вот взял еще мелкой соломки. И трухи тут разные. Вот. Это у меня пойдет на засыпку грядок сверху, чтобы влага не испарялась. А то я вчера вот полил вечером. А сейчас солнышко припекет, она запекется, эта земля. Начнет лопаться потом от жары. Как раны такие появляются, вот как на теле у человека лопается, особенно вот пальцы, когда в земле долго копаешься без перчаток. Потом пальцы начинают лопаться, кожа. Вот та же и земля лопается. То есть ей больно. Надо, чтобы она была всегда закрытой. Тогда хорошо будет и посадкам, и земле хорошо будет. Вон. Кто-то сегодня коровок пасет. Ну, обычно с утра сейчас вот. До обеда попросил целый месяц. Никита Устинов пасет. А после обеда по очереди уже с каждого двора. Я сегодня тоже пасу после обеда. Даст Бог, засниму. Вот он как раз там ходит. Берет всегда с собой какую-то книгу и читает. Ну, какой молодец. Кто, говорит, много читает, тот много знает. Так что знание никогда не помешает. Это лучше, чем ходить просто бездельничать. Вот здесь вот нашел две доски, плавали. Видимо, от плотика оторвалась, а давно уже. Вот рядышком. И вот их сделал в виде трапа у себя. И на тележке хорошо было закатывать. Вот. Все. Мешок я загрузил. Вот он. Матушка мне еще березовки дала немного. Сейчас я этот трап уберу. Сторонку. Так, что я еще хотел? Тут он у меня семян дала, он морковных еще буду садить. Так вот поставлю. Сейчас трап уберу. Бутылки тоже заберу, пригодятся в хозяйстве. Все пригодится. У доброго вид хозяина все пригодится. Так. Вот досочка хорошая тоже. Сейчас я посмотрю веревочку. Если веревочка есть, туда привезу. И она за мной поплывет. У меня куча всего всякого разного добра. Так. Надо будет еще одну веревочку, потому что этого мало будет. Все вдвойне складываю и в виде петли делаю. Все.
надо еще так сделать, чтобы она у меня на узлы не затянулась потом. Вот так вот, все. Готово дело. Вот причекрю еще доску с собой. Что я могу сказать по поводу своего плота этого? Я примерно вешу 70 кг. Вот. И, ну, человека 4 он выдержит. То есть 280 килограмм он может выдержать спокойно. Вот. Здесь вот я нагрузил несколько мешков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 мешков черноземом. Вот еще плюс телега. Плюс еще этот, сухая солома, это мелкая такая солома. Вот. Я у овечек там взял из-под копыт. Ну вот сейчас буду переправляться туда, на ту сторону. Я отвязался, потому что беру свой управление, жезл. А, надо еще этот якорь снять. Сейчас я якорь сниму. Ох, меня тут нагружено. Да, тут даже вода вон натекает на край. То есть здесь я перегрузил этот край чересчур. Ну, в принципе, он мне не нужен. Пускай здесь остается, потому что, может, еще раз придется ехать. Потом я просто его объеду сейчас. Одной рукой мне неудобно. Сейчас отталкиваемся и поплыли. С Богом. Вот и доска следом за мной поплывет. Она мне пригодится там тоже на тачке возить мешки. Так. Лево руля. Дает гудок. Даже я здесь сейчас. Разворачиваем. Будет со звуком плохо из-за ветра. Thank you.
все. Вот весь процесс я показал. Для чего я делал плод. Вести его в прыжки, чтобы... Вот это вот сено такое подпресшее, это мне уже привез Евгений Ничук. Он вывозил на свалку, а я узнал, вот попросил, сам загрузил, а он мне привез только. Вот так вот, слава богу, за все. Вот стоит.